אנחנו מבקשים לבוא לבמה את נבחרת ישראל שהייתה בהונגריה. Это сила. Два дебила, это сила. Три дебила батальон. Я не знаю, сейчас расстреливать будут. Я сам. Сейчас ответ держать будете, пацаны. Иди сюда, иди. Он тоже в сборную пошли. На какой год сборная? Я тебе прятал. Давай. Иди. Андрей, а то фотографируй. Давай, это самое. А что он там делает? Давай. Иди сюда, Кен. Рега, ты его кого не показываешь? Еще. Гена. Эти все команды надо взять. Там как раз весь. Есть у нас, как бая и масафа. Есть по хелек на нашим, что ломы не еврей. А то нахуй не старых лятот от этого, как рагил, что сафот, да и утерики. Ну я по-русски пока начну. Кто? Рома. Рома! Ты можешь, переводить? Том Сувит. Ромы, да. А, вы арабы? Я говорю, давайте. Приветствуем наших сборников. Поздравляем их с 8-м почетным местом. Ура! Мы все время ругаем, мы нервничаем, мы даем какие-то советы, мы что-то от них не хотим. Мы ни разу не сказали им большое спасибо за то, что они сделали для клуба и для нашей страны. Вот сейчас мы вам говорим огромное спасибо. בתרגום חופשי, מה שאני הולך להגיד, עומדת מולכם נבחרת ישראל לדי קרפיונים, שזכתה במקום שמיני, שזה המקום הכי טוב שהגענו אי פעם בתור נבחרת. אנחנו הרבה פעמים קצת דנים עליהם, קצת מקשקשים עליהם, אבל הם היו ונתנו את הכל ונתנו והגיעו למקום שמיני, ומגיע להם המון 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 כפיים וכבוד. Можно сказать? Спасибо всем, кто переживал за сборную, кто принимал участие, был с нами. Туда рабали куда. Она будет кассера на тали. Я буду говорить по-русски, он будет переводить. Окей. Сократим мое вступительное слово. Сразу перейдем жеребьевке подхода. Мы кацуем сад таалихим, и нахуй нацим яшар бетаалих של ההגרלה, לא של הסקטורים, אלא ההגרלה של המיקום למשרד. אין כקר. יאללה. אין כקר, קדימה. דה. А кто? А, да? Руку даже специально имеем. Отход номер 7. Подожди. Да. Студенты. Давайте, давайте, народ. Бегу, бегу. Илюша. А, нет? Так, ты студент.
Гарпанутые! Подожди, а кто пишет? Я ж пишу, не знаю, сколько говорить. 29. Гарпанутые. Дай мне шарик сначала. Два. Семь карт. Ай, можно выйти там? А? Не рано. Это подходы. Это номер подхода на жеребьевом секторов. Все равно. Восемь. Я не могу включать просто. רגע, כולם מבינים שזה לא הסקטור, זה רק ההגרלה של המיקום והמשחק הסקטור. דארק לייף? נו, יאללה, יאללה, חבר'ה. לידר. אנדרוכה. Лена, давай, быстренько. Скажи, кому приготовиться. Следующий, Хантер Кар. Леночка, давай. 18. Хантер Кар. 18. Бобры потом. Можно мне? 14. Бобры. А? 18. Я поставил. Подождите, Рега, мне же не сказали. Лена, какой у тебя номер? 18, потом 14. Очередь. Кто у нас сейчас? Бобры. Пожалуйста. 23. Ой, вы поменяли? Нет, ну я смотрю. Нет, так по списку есть, так и не иду. Биг Фиш, престиж. Следующий. 6. Дома. 6. Сема. Патрис 6. Где тяни? Что ты сидишь? По-русски не поливаю. По-английски, пожалуйста. Big fish, prestige. Gold carp, следующий. 26. Спасибо. Красиво жить не запретишь, да? 22. 22. Он должен был что-то запретить. Андрей, сейчас закончим это. Я махаю талию. После всего сделаем это. Решим по... Ну, не брифинг, а так. אמרתי לו, לא, יש לי חבר שבא לעזור לי ביום השלישי, אני יש לי בעיה. 15, 15, 15. רויאל קאר. הופה, האיש והשפה. Арва, 4. Андрей, запиши. Агамит. Шестнадцать. Грим тим. Мы за Dream Team. Опа! Сердце шлёпнуло. Аса и Ника. Аса и Ника? Чай, Сурега, 19. Они вдвоём? Да. Они вдвоём. Ну как принято сейчас мы... 11. Jetstream. 11. 11 записал. Jetstream.
עשניק 11. רגע, רגע, שנייה. סטוי, אני אוכלי. עשניק 11. יש? давай. 25. Он пятим. Ну почти как бы. Ну, да. Я просто полюсарность поменял. Все помпи у нас. Помпи. Помпи. Иду. Один, ну. Оквар, ну, мазь. 24. Монстр карп. Опа, Ади, темба лошадь. Дину, темба Дейша. Дейша. Абутир. Никобайт. Написал Андрей. Никобайт. Или идет самый старший? Ёжик, давай, давай. По иерархии, иерархии. Ёжик, волками шевели. Ёжик, давай. Там же ничего не осталось. Пятый. Пятый. Гермон Тим. Гермон Тим. Гермон. Гермон. Рома, готовься. Рабиби, атаба, потом. Рома, готовься. Шалёш. Три. Барбарон. Рома. Не, он же. Я не взял. Я такой не взял. זה לא היד החמה, זה אחרי זה היד החמה צריך עדיין. הכדור הקר יגיע אחרי זה. אחד. גרפוש הגולד קר. תבין, זה למה אסור לי למשוך. גרפוש הגולד קר. אני לא מגיע בך, אף אחד לא מגיע בך. אנדריה, ביבי ותוכיחו. אבל בוא תלכי. לא, לא, לא. תראו ישר את האמר. У него очень сложный список, я не могу по нему идти. Там сложная система, Андрей. Андрей. 12. Штемесер. Броник. Дай мне, пожалуйста. Все. Феникс. 12. Штемесер. Юр. Феникс. А, Вова. Я как самый молодой. Эссер, 10. Михаил Сухов. Записал? Да. Кто последний? Дельта. Дельта. Ну, Яля. О, Миша, молодец. Яля, Яля, Дельта. Маша не шара. Для кого? Эдна, отсюда. Ео. Эслим, 20. Варега хотел. Леш, давай мне эти шарики. А вы? Поворон. Червей зря копали, да? Мимо парк. 23, 23. После того, как команда вытаскивает шарик, команда полностью правильно поднимается на сцену на фотографии на фоне зайчика.
ברגע שהוצאתם את הסקטור, הקבוצה עולה כולה לבמה כדי לעשות צילום. אז אין כבר רגילי, זה היה את המיטה. אחלה סקטור. בעצתי לי את זה. כן, אבל זה יותר טוב. אתה תעמדי סטסטיון. אז תראה, אתה יודע שאני אסוגי. יאללה, חבר'ה, נו. יותר מהר. עשרים ואחד, דבצתי עדין. דבצתי עדין. קבוצה הבאה, רואה אותה. נפסם דבצתי עדין. קבוצה של החלמות כאן לא לבמה. לא, אני אעשה. יא, אני לא יודע, אני אעשה. אם אתה נפסם לבמה. אה, לא. Луна сейчас там. Чева. Кино. Амир, Амир, он тут. Амир, что ты хотел? كلا كلا هل من حب وعلى خبره وزعبا إلا بايت هيا علموني لك ليه نو ييكا ييكا بايت Возьми кружку на меня. Ну иди ко мне. Давай, иди сюда. Там стоит на голове. Первый. Я первый. Первый. Стой, не уходи. Костик. Блин, как это ухо? Да, это ты сидел на кукуке только слева. Это мои любимые места. Нет, мы их подшли. Я оттуда начинал. Мне карта не надо. Объявил? Я вам взяли. Давай, куда мы летим? Пока ребята. Получил. Может, это писать, потому что мне опять нужно. А мы же... Двадцать два. Санти, куда пошел, Санти, здесь? Рега, что ты получил? Сюда. Наконец-то Тёма уже не в том смысле. Смотри, там, где стоял... Хороший сектор. А? Не, у нас все хорошие. Отличные даже. Хадесве. Не помню. Записал один. Какой стадий? Десятый набор. Олег.
19. Ну там хороший сектор за грядой. Они все хорошие. Они все хорошие, мы старались. Уза потом Мустафа. Что, уходим? Все, можете ехать домой. Так, Миша. Дорогие люди, я же поговорил. Шарлерон? Эсрим, 20. Шизах Ришон Мецад Ямин. Ротем Шизах Мецад Ямин Ришон. Он Слушай, Аста! Юра! Юра, позовите Сансерва. Ааа! 13 записал. Юра, где румыны взяли второе место в свободном? Третье место. Может, ты сразу за водкой ешь? Знаешь, да, вот это там. Какой сектор? Или завод, или завод. Или завод. Нет, а нормальный сервис. О, или завод, или завод. Аса и Ника вместе. Аса и Ника. Ника. Небраска. Какой? Сука, если с тобой не будет тебе. 14. Арбайзре. Мой сектор замолвил. Мы его сдвинули. Дело не в этом. А вот это уже соревнование. Подождите, вы на кубке же там стояли. На кубке стояли, да. Не-не, мы его... Мы сдвинули. Мы его подвинули. Не переживайте. Команда готовится к хорошему полку. Ваш любимый сектор, да. Вы там уже сидите. Ну, ты записал их? На 15. Следующая команда Франка. Твои мишам, они бабы как шам. Дима, бери. Ло-ло-ло, это доллар. Еще попробуем. Ло-ло-ло, сия. Никто не уходит. Ты скажи, что мы еще не заканчиваем. Он сейчас разобьется. А что, Россия, но без ежедневного кана дворека. Пожалуйста, никто не расходится, а кана не скажет. Давай. А? Я еще полно шарика. 17. 20.
רגע, אתה עוד פעם בקורסי? אה, זה בקורסי, לא יודע. כן? איפה שהיית? העיקר איתה. איפה היית בגליל? אין לי לשלם. Никто никуда не уезжает. Три раза все едут это самое. Песня заводная. Шизав крайне прием. Заезд со стороны домика. יש פה אישה, אני לא רוצה להגיד לך מילים כך. אני יכול להגיד לך את זה רק בידי אישה. מה היה בפוסיק? שסנאצתי. אף אחד היה לבנהרותי, שסנאצתי זה. ששסתי. ריקי. Почему не дали? Я же вот положила его. Два их ствола, все добавила. Эссен! Эссен! Надо же Эссен! Сейлон, Кен. Да, Хрестек. Почему не дали-то? Где он? Эссен маленький. Два экстрала, чтобы сказал, ты мне же... Флешман? Да, ты мне прислал. Дор, да Цейлон. Цейлон Ахля Сектор. Это Аливача? Да. Да. Один его. Что? Там пока... Пойдем. Ну, объявляй кого-нибудь. Кто это? Вот они, ну блин. Здрасте. Арба. Арба. Сектор Арба. Арба. Четвертый сектор. Арба. Да, мунки. Ахля сектор. Куза Арба, это не сектор. Юлия.
Андрюха, ну два, ведите одну два. Ты записал? Все, на роли сейчас пишу. Он записывает, так и будет. Люди смотрят, опа, укачало. Дай! Да, смотри. Нет, не прямой, он записывает. Ну, быстрее, давай. На монтаже уберем. А, реально, Андрей, мы же хотели еще подарить кружку нашим разбиванщикам. Сейчас делаем. Ну, снять надо еще. Кого? Кружки для разбиванщиков. Вот они. Уверена, что сейчас я поеду. Нет, нельзя. Пейша, сейчас уже все. Сколько осталось, Андрей? Спроша. Три человека, три команды осталось. Помпи. 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 Шестой. Дай мне, пожалуйста. Мы чемпионы, даже если мы не будем выступать. Не-не-не, нормально. Нормально. Что вы сейчас уповорачиваете? Не, нормально, нормально. У вас право друга. Записал? Шестой. Справа дружа не мешает. Я в себе. Все, пацаны, классный. Лёрки, папа, как Лёля. Кукок. Всех ты победитель. Опа, 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 ну-ка, ну-ка. Три! Опа! Шалёш, так, давай соберём. Дай мне секунду ещё. Подожди, надо собрать новость. Серёжа, Серёжа, позовите всех сюда. На пожалуйста. Мы задаем вас пару минут вашего драгоценного времени. А кто не как Кама Дакота? Кама Дакота Занхэмэ. Возвращает. Но это того стоило. Дело в том, что мы на протяжении уже многих лет пытаемся превратить наше движение в официальное. И стать официально признанная организация, это партийная. Не беда, Берлот, вам.
И вот внезапно происходят сдвиги. И мы получили официальное письмо от текущего министра спорта. Я немножко предысторию. Дело в том, что я являюсь соседом Олега Караева. И так уж получилось, мы говорили об этом еще раньше. Он поделился проблемой, что не получается сделать клуб официально признанным Минстрада спорт. И вот на данный момент у нас, да, получается, выдалась возможность это как-то продвинуть. И по счастливой случайности все произошло в связи вот как раз с чемпионатом. Поэтому для меня большая честь, во-первых, всех вас поздравить с открытием, во-вторых, предоставить вам вот этот сюрприз. Да? Мы обратились через Олега Андрея к министру спорта, нынешнему, и который сам спортсмен, и в прошлом, и в душе, и получили вот такой ответ. Кибальте тамихтавха, бонусе киду муадон дайк спортиви бейсраэль ваамутат исрафиш. Бейюн рав, ваасия шелахем никар, кипиюлютхем, ваасиятхем и дугма лимофет леколь израх бамединат Исраэль. Касар атарбут веспорт ани томех, меодед, ועשה כל שביכולתי על מנת לקדם פעילות ספורטיבית הן במישור עממי והן במישור מקצועי. תרתנו על דגלנו מתן אפשרות שוויונית לכל מי שעוסק בפעילות באחר באחד מענפי ספורט בארצנו ונשמח לתת מענה גם לצרכים שלכם. במשרדנו קיים נועל להכרת איגוד ספורט, עובדי משרד הנחו אתכם כיצד ניתן להגיש בקשה להכרה רשמית של האיגוד. ההליך ההכרה מקנה את האפשרות להגיש בקשת תמיכה על פי הנהלים והכללים של משרד תרבות והספורט. מאחל לכם מקרב לב להמשיך להגשים את חזונכם בהקניית ערכים לילדי ישראל ובקירוב לבבות ובפיתוח פעילות ספורטיבית מענה. Было обращение к министру культуры и спорта нынешнему, и вот благодаря через Олега и Андрея. И вот такой ответ мы получили. Продвижение клуба спортивной рыбалки в Израиле. Я получил, это ответ министра. Я получил ваше письмо по вопросу продвижения клуба спортивного рыболовства в Израиле и ассоциации Исрафиш. После внимательного изучения вашего обращения очевидно, что ваша деятельность и ваша работа является примером и образцом для всех граждан Израиля. Как министр культуры и спорта, я поддерживаю, поощряю и делаю все, что в моих силах для продвижения спортивных мероприятий как в массовом, так и профессиональном уровне. Мы сделали своим девизом предоставление равных возможностей всем, кто занимается одним из видов спорта в нашей стране, и будем рады помочь и вам. В нашем министерстве существует процедура признания спортивного клуба. Сотрудники министерства подскажут, как оформить и подать документы для официального признания. Процедура признания дает возможность подавать запросы на поддержку в соответствии с установленными правилами Министерства культуры и спорта. От всего сердца желаю вам продолжать воплощать в жизнь все свои ценности и идеи по воспитанию детей, объединению сердец и развитию спорта в Израиле. С наилучшими пожеланиями, министр Микки Зоо. Ребята, что у вас, надеюсь, следующим соревнованием уже будет какая-то определенная поддержка. Успехов вам! И чтобы вы видели не хвосты, а рыбу в ваших садках. Спасибо. Второй, вот вам еще такой.
Скажет глаголы по отпуцавшие от зараду лосит сектор и передок сектор. ואני מקווה שזה ייתן תוצאות. לגרוב את התוצאות, רזגיתי סיסטרו. יוקלס! איפה יוקלס, סאשה? שתדעו שסקטור בגלל רזכותו היום בבוקר הוא ניקח הפעיצים. אוקיי?